Так, время 8 утра, 7 августа. Сегодня в 9 часов старт. 9 часов старт, я поехал прокатиться, размяться. Вот, у меня где-то 30 минут есть, вон ребята тоже разминаются, судя по всему, на велодорожке. Светофоры велосипедные, охуенно. Охуенно. Опа. На всякий случай торможу. Я, насколько я понимаю, я пропускать должен машины на перекрестках. Время 3 минуты. Кассета вообще можно, нет, по рекламе? Нормально, а там что, горы? Там 14 километров финиширует. Водичку можно взять? Спасибо. Друзья, также мы напоминаем, что в 9 часов 5 минут стартует 32 километра шоссе. Да, собираем и говорим об этом. Тоже можно, да? Да, конечно. Спасибо. Нет, я тебя дернул на пилу. Я
эти ворота раньше, нам идти нужно дальше. Так, вот 32 МТБ. Это их место. Дальше. 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 Итак, у нас есть 6 минут. Я, во-первых, прежде чем передать слово рейс-директору, хотел бы о себе сказать. Ребят, вот у меня любители, что в этом году Казанская Федерация спорта делает много стартов. Но я рад тому, что Уркас, вижу, что Уркас у нас ожидаем. Правильно? Спасибо большое, спасибо, потому что вот мы сейчас когда-то... 50 километров отпускают раньше, они там где-то вот впереди стоят. На 5 минут раньше отходит сначала 50, мы подвигаемся к старту, я так понимаю. Вот. Потом отпускают нас, и потом отпускают МТБшников. Ну, примерно так же, вот как мы пытались сделать на велофесте. Аккуратно, ребята, аккуратно! Главное, стартаните! Аккуратнее на старте, аккуратнее на старте, ребята! We'll be right back.
ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать: руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет гребой с руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад.
кто-то так рад. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Ты должен уметь сказать: руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важно будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Сошли с ума. Мама, я знаю, мы все сошли с ума.
так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты.
отстой, не уходи. Мы ждали лето, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно, выбирай. Хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь и пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл туш. В наших глазах крики вперед. В наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь. В наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. Выбирай.
тебя кто переживает сейчас? Здесь вся делегация приехала в «Золотых колес». «Золотые колеса», заходите, я вас сниму. Заходите. Вон там. На Жердинкиной. Где братья еще, которые среди юниоров? «Золотые колеса», давайте. Кто представитель Киргизии «Золотых колес»? Добро пожаловать. Заходите на сцену. Кем? Это ваш тренер, да? Как вас зовут? Где братья? Ульнар, спасибо за чемпионов. Да, сейчас посмотрим, да. Кендер. Боже, сейчас вся сцена будет. Вся сцена будет в «Золотых колесах». Что-то мое лицо к вам не подходит. Можете открыть? Я думал, у вас обычный айфон, у вас необычный. Давайте поприветствуем «Золотые колеса» Киргизия! Бессултан, тут твой тренер. Тоже? Гульнара? Нет? Спасибо большое, спасибо, молодцы. Мы переходим к награждению. Все, дорогой, да. Награждение, к сожалению. Ты ехал долго, а награждение проходит быстро. Девочки, бронзовая медаль, 1:09. Баяна Алибекова, номер 553. Шишуаран. Баяна Алибекова. Серебро, номер 592. Диана Айдосова. Ух ты, Диана вот с этой стороны. Это наша знаменитая бегунья. Ну а золото Евгения Березовская. Диана Айдосова, мастер спорта по легкой атлетике. Ой, международного класса даже, представляете? Добро пожаловать! Я вас не буду больше вызывать, ладно? Что-то много вот. Здрасте, забегайте. Где вы? Алинжир, поздорово за Шижирик, Топтаймас. Станислав! Дорогие друзья, вот они, победительницы. Баян, Диана и Евгения! Поехали. Диана, кто тебя учит на велосипеде катать? Сама? Жестко, смотрите. Фото. Афа. Баян, Сандебай, что ли? Ну дайте флаг, Сандебай, где флаг? Давайте. А то Сладков обидится, будет, сказать, будет плакать, скажет, что Валикан флаг не дал раскрыть. Все, я даже притронусь к нему. Чуть-чуть. Боян? Боян, третий месяц. Пошли, третий месяц, Кенда Стар! Боян! Собивайте, пошли. Баргада. Аргара Марпатал Жалгасуда. Вот пока сейчас очень много народу, можно я два слова скажу, вы потом покричите? Ладно? Перед награждением, да? Ну что, 7 августа 2022 года возобновили гонку Лиза Вордлас Алматы! Сори, Салда, я тебя не позвал. Итак, продолжаем награждение. 31-40. Сантоль, твой возраст.